насыпала яйцо. Теперь буду вот это. Молоко. Ой. А, началось. Угу. Сколько ложек? Треть? Так, и Шадия пришла, помогает. Сава контролирует процесс. Так. Три. Можно штук 8-9. 2 стакана муки. Один, поехали. Азия, контролируй процесс. Зачем так много? Ну, по чуть-чуть. Ничего себе, чуть-чуть. Ничего себе, чуть-чуть. Я сам мешаю. Давай, мешайте, пусти. Не стараюсь, сам комочек, чтобы не было. Вот так. Не, комочки будет в конце. Сейчас за комочки в конце. Ручки вот эти, кругляшки. Ой, боже. Так вот, ладно, стакан. Какой второй стакан? Первый стакан, вторая часть. Вторая часть мультика. Так, приступаем к второму стаканчику. Каком втором? Продолжаем называть муку. Крутые блины. Боже. Мешай. Да, мешаем. Мешаем, мешаем. А блинчики вкусные не будут. То есть не вкусные, а крутые машинами. Только жутками. Мешаю, чтобы комочков не было. Добавь. Остановись, давай еще чуть-чуть мучки добавим. Побольше, не жалей, не жалей. Да всю пачку высыпь. Вот. Добавили муку. Мешай до конца. Может, только вот так еще делай. Может, я покажу. Помешаю. Я покажу. Вот так. Дай мне помешать. Потом комочки пошли. Теперь мне, теперь я помешаю комочкам. Теперь сова. Так, сковородка уже наша нагрелась. Мы наливаем блинчик. Подвигай. Слишком мало. Добавим. Ну как, готов? Нет, еще не порви его. Ну да, там. Еще ждем. Так, ждем. Идите играть. Пробуй. Придерживай сковородку. Ничего, как получается? И переворот, молодец! Блин, края. Вот так, тихонечко подвигай, все. Ну я чуть-чуть порвал блинчик. Но это не страшно совсем. Ух ты, какой пузырь, как будто. Маша, иди посмотри, там пузырь, как будто. Готов, я его сам готовлю. Теперь мне надо его перевернуть. Такой вот у нас беленький блин. Блин, и готовы. Мы сейчас будем их украшать. Каждый берет себе по блину. Ой, давай. Я... Ау. Тебе ложи мне вот сюда. Сюда. Да. Окей. Ай, ты что так неровно? Сворачивай как хочешь. Я не хочу его сворачивать. Блин, разложить. Не хочу его разложить. Так, разложить. Так. Ай, тебе... мама. Или тебе поджарить горячо-горячо? Нет. Так, где мой украшатель? Вот ваш украшатель. Где нашел? Вот. Чего? Ну да, иди вот этот. Ой,
Нет, это мой, а я тебе вот это дала. Я решила вот так свернуть. А я сметана. У меня почти украшена. У тебя мордочка, что ли, вышла? Класс. А, я кушать забыла. Варенье. Так, мне надо очень много варенья. Смотри, оно кисленькое. Вишневое. Брови. Все, брови. Так, куда ложку, Майку? Брови. Ну-ка. Давай посмотрим, Маша вот так решила. Вот такая мордочка у Савы, да, вышла? Класс. Добрячок, колобок какой-то. Так, вот и вот так украшение идет. Ну что, кто будет тестировать на вкус? Нет, ты все я. Давай, кто попробует? Давай. Я свою попробую. Ну-ка. Ну-ка, покажи свое лицо довольно. Вкусно? Ага. Особенно, когда сам готовишь, да? Так. А мне есть жалко. Тогда смотри. Любуйся просто. Так, что нам Адилья скажет? Смотри, что я придумал. Ротик сворачиваем и вот. Смотрите, можно ложку дать? Ну все, приятного. Смотрите, всем вот, смотрите, аппетита. Как я придумал, смотрите. Сейчас. Вот, смотрите, сейчас я размещу. Опа. То есть и с другой стороны. Вообще-то, то есть ты выпил варенье, да? Я сметана. Эй, мама. Угу. Даже есть не хочу. Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Ссылочка будет в описании. Всем пока-пока.